Ивановский хореографический ансамбль «Сказка» занял первое место на международном фестивале «Солнце, радость, красота», который проходил в Болгарии. Конкуренция была весьма серьезной. Конкурсантов приехало настолько много, что парад участников растянулся на несколько километров. Впервые мы участвовали в таком многочисленном конкурсе. Всего было 5000 участников, а 9 государств. И наших именно соперников в нашей возрастной категории и в современной номинации было 60. И тем не менее, вот первое место получили. На суд иностранцев ивановцы представили 2 танцевальных номера «От сердца к сердцу» и «Пластилин». Члены жюри были в восторге от эмоционально исполненного «Пластилина». Зарубежных хореографов очаровали как сами дети, так и их костюмы. Когда я услышала то, что у нас соперников 60 коллективов, мне, если честно, было страшно, но я держала себя в руках. Я считала то, что мы можем победить, и это возможно, если мы только постараемся. Я в Болгарию летела с хорошим настроем. Любой победе предшествует длительная и кропотливая работа. Ребята танцуют по 6-8 лет, занимаются 4 раза в неделю. И раз... Круглая спинка. И два. И ножку правую подняли. Раз. Согнули колено. Два. И упали на ножку назад. Три. Смотрим. Но успех выступления не всегда зависит только от уровня подготовки. Победы на фестивале могло не быть, если бы детям пришлось танцевать на раскаленной солнцем сцене. Выступление было намечено на 2 часа дня, и температура воздуха составляла 34 градуса. Педагоги сделали все, чтобы выступление перенесли на другое время. Я сама лично вышла на сцену, тоже хотела посмотреть, насколько это тяжело, насколько горячая сцена. Я разулась, я прошла сама, взрослый человек, который способен терпеть. Я прошла по сцене буквально 2 шага и начала прыгать, потому что невозможно было стоять. А у нас там и катание, и валяние, и если даже можно было бы и обуться, но когда человек с голым телом, да, ложится на этот пол, это все, то есть это было бы очень тяжело. Образцовый хореографический ансамбль «Сказка» существует уже 23 года. За это время было немало выступлений, немало побед, но это останется в памяти, как завоеванное в самой накаленной обстановке. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.